называется воскресение. И называется воскресение, потому что в этот день воскрес Иисус Христос. А в христианстве этот день называется, в православном христианстве, неделя по закону славянски. Потому что с воскресенья начиналась неделя. Не с понедельника, а с воскресенья. И воскресенье было первым днем недели, поэтому название неделя. Воскресенье, то бишь. Если взять православный календарь, написано, неделя такая-то по Пасхе, неделя такая по Пятидесятнице. То есть воскресенье. Не неделя, 7 дней, да, а воскресный день. По Пятидесятнице или по Пасхе. Вот. И церковный устав также отталкивается от воскресения, не от понедельника. Вот, поэтому можно сказать, что да, если мы считаем с воскресенья, то суббота остается седьмым днем, днем недели. Суббота – день Господу Богу твоему. Но это Ветхий Завет, друзья мои. Христиане Господу Богу посвящают каждый день, не только суббота. Мы не ходим в синагогу, в храм по субботам. Да, мы ходим в храм по воскресенье, но мы ходим в храм не потому, что у нас воскресенье посвящен День Богу, а потому что в воскресенье мы обычно причащаемся святых Христовых тайн. Чаще не получается, к сожалению, в созидании, то есть работой. Но мы чаще ходили, да, наверное, ну, вот, не позволяют условия. А так мы Богу посвящаем каждый день, когда молимся, когда совершаем добрые дела, мы делаем их во славу Божию. Каждый день нашей жизни посвящен Господу Богу. Мы с молитвы начинаем день, молитвы заканчиваем день. И это самое важное, что есть в жизни каждого христианина.